как было сказано, меня зовут Павел Веник. Я уже довольно долгое время учу людей. И я бы хотел поделиться с вами своим опытом по поводу того, как это можно делать, кого можно учить, кого можно научить и чему можно научить. Случилось так, что я преподавал и студентам, и взрослым большим дядям-разработчикам из компаний, повышал их квалификацию. И сейчас я занимаюсь тем, что обучаю отдел госструктуры, учу их новым технологиям. Вот. То есть у меня довольно разносторонний опыт по обучению, и, в принципе, я бы хотел о нем рассказать. Я разделяю, в принципе, всех обучающихся на несколько групп, каждый из которых совершенно свой отдельный подход, и можно с каждой из групп нужно работать совершенно отдельно. Значит, ну, первая, самая простая группа – это студенты. Сюда даже можно отнести, наверное, школьников. Мне приходилось обучать, готовить несколько школьников к олимпиадам. Значит, эта группа, как правило, очень мотивированная, и с ними очень просто работать. Они видят кучу знаний, у них нету никакого багажа, и у них много пустого места, куда эти знания можно впихивать. Как правило, они очень сильно работоспособны, они не обременены семьей, которая не отнимает у них какого-то времени. Вот. Значит, они живые, они стараются, они хотят расти карьерно. Значит, еще одна группа – это профессиональные разработчики, которые уже какое-то время работают по той или иной технологии. Эти люди, ну, что им надо? Кто-то приходит просто отдохнуть, кто-то приходит действительно узнать что-то новое. Кто-то приходит потому, что его компания оплачивает ему это время, ему приятнее вот прийти сюда, а не работать это время. Ну, а кто-то в самом деле хочет узнать что-то новое, поделиться опытом. С такими людьми работать сложнее, потому что у них, во-первых, нет особого желания, ну, на самом деле. А во-вторых, если у них есть желание, то к таким тренингам нужно очень хорошо готовиться, потому что эти люди профессионалы, у них есть опыт, иногда этот опыт по времени больше, чем мой собственный, и с ними нужно разговаривать очень аккуратно, ошибаться очень дорого. Вот. И еще одна группа, которую я бы хотел выделить отдельно, это госслужащие. То есть это вот у меня сейчас есть, скажем так, отдел, там около 25 человек-разработчиков, постановщиков задачи, которые занимаются тем, что поддерживают когда-то написанные приложения автоматизации там, на Fox Pro. Вот. Значит, они около там, 10-15, может кто-то и 20 лет работали на них, и вдруг на них свалилась Java. Это страшная вещь, которая непонятно для чего им надо, непонятно вносит ужас в их жизнь, и нужно тут с ними совершенно особый подход. Вот. Для них нужно сначала показать, что это не страшно и не сложнее, чем в тот же Fox Pro, и потом уже потихонечку, не теряя этого ощущения того, что это возможно, обучать их дальше. Тут дело не в том, что они какие-то там плохие или глупые, или чего-то еще. Просто у них, скажем так, у них полно другой работы, которую им нужно делать. Это во-первых, а во-вторых, ну, все-таки с возрастом хочется покоя, а не какого-то нового развития. Это нам вот сейчас хочется чего-то новенького, чего-то интересненького. А кто знает, что мы будем хотеть лет через 20, когда у нас будут дети, нам будут хотеть стабильности. И перемены воспринимаются уже не в таком радужном свете, как сейчас, что уже есть какой-то багаж. Вот. И факт в том, что в основном на занятиях с ними я работаю именно с этим багажом. Вот. Я придумываю, как этот багаж вложить в рамки Java, или наоборот, Java вложить в рамки этого багажа. Как эти две вещи совместить таким образом, чтобы они могли сосуществовать, не мешать и так далее. Вот, например, объектно-ориентированное программирование, которое студенты, скажем, там осваивают, понимают на первом же занятии, на тренинге, вот, значит, здесь осваивается там, ну, пару недель со всеми там принципами, наследованиями и прочими вещами. И, ну, особенность такая, что если студенты там в одно ухо влетело, в другое вылетело, они вроде поняли, а потом просто забыли.
то эти люди не забывают. Если что-то до них дошло, то это навсегда. А вот. Ну, это вот такой интересный момент. Еще то, что касается обучения программированию, да, программирование — это не только код, не только архитектура, но еще и управление. И обучение очень часто сводится, часть обучения является обучение подходящим процессом, рассказ о возможных процессах того, как можно в тех или иных ситуациях действовать, когда у нас там есть большой проект, как с ним работать, когда у нас есть маленький проект, когда у нас команда распределенная, когда у нас команда вся в одной куче, когда у нас команда в одной комнате и так далее. И когда общение между командой невозможно по электронной почте, бывает и такое, да, бывает. Вот. Всем этим вещам нужно обучать. Значит, и обучение всему этому, оно должно учитывать какие-то характеристики группы. Вот. Например, как-то я повышал квалификацию у не очень большого отдела государственной структуры, и среди учащихся был начальник этого отдела. Я не знаю почему-то я ему не понравился. И хотя все были очень успешны, все хорошо осваивали программу и так далее, на второе повышение квалификации этот отдел не пришел. Ну, я четко знаю, что это тут только тот фактор, что начальник посчитал меня, видимо, каким-то не слишком хорошим тренером. Хотя там по отзывам учащихся, которые там этот начальник не видел, все было достаточно здорово и весело. Вот. И кроме того, есть еще такое понятие, как структура группы, которую тоже нужно учитывать. Со студентами здесь очень все здорово и понятно. Они приходят из разных курсов, с разных специальностей, они с друг другом не знакомы, из них кто-то выделяется, это происходит у меня на глазах, какой-то там 2-3 там самых умных таких лидера или самых способных. И они эту группу как-то в том числе и поддерживают или мне мешают. Вот. Что касается государственных отделов или просто каких-то отделов разработки, там эти группы уже выделены, и они эти лидеры. И они выделены не по принципу там, самого способного или самого успешного разработчика, а по принципу влияния на группу какими-то другими параметрами. Ну, например, начальник отдела, он может быть совсем не разработчик, я вообще говорил, лучше, чтобы он не был разработчиком, но он влияет на группу. И вот в некоторых случаях, когда значение имеет знание, а не вот это вот влияние, эта структура группы, которая уже есть, она может мешать. И ее нужно тоже очень хорошо учитывать. Вот. В принципе, каждая структура группы, каждая группа там, каждого типа, она бывает всегда чуть-чуть разной. Иногда в ней больше девушек. Это всегда налагает какие-то свои отпечатки. Вот. Иногда в ней совсем нет девушек. Это тоже плохо, потому что все становятся слегка агрессивными. Вот. И нужно чуть-чуть иначе ставить задачи и эту группу держать. Вот. В принципе, я не расскажу вам точно, каким образом нужно вот, преподавать Java той или иной группе. Во-первых, просто не хватит времени, а во-вторых, это очень большой объем, и даже, наверное, у меня в голове он не структурирован. То, что я хочу донести на этом докладе, это то, что обучить можно программировать всех, любого человека до 60 лет, я возьму за 3 месяца обучить базовым там, принципам программирования на Java, включая объектно-ориентированные, какие-то библиотеки классов и прочее, прочее. Некоторых я после 60 возьмусь обучать. Вот. Но всегда есть какие-то особенности, их нужно учитывать. Вот. И кроме самих знаний, которые должны быть у тренера, у преподавателя, должны быть еще и какие-то назвать это психологией, это как-то слишком или громко, или даже, может быть, грубо, но всегда нужно чувствовать группу и чувствовать те процессы, которые в ней происходят. Потому что если ты в эти процессы не влезешь, то тебе придется их перебарывать. А это лишние усилия, вот, которые отнимаются от передачи знаний и так далее. Вот такой вот мой доклад. В принципе, он охватывает довольно такую большую область, про нее рассказать одним махом очень тяжело. Поэтому, может быть, у вас есть какие-то вопросы.
Обучение студентов, обучение специалистов и обучение людей, в принципе, далеких от программирования, от современных технологий и так далее. Павел, давайте от меня будет первый вопрос. Ага. Я думаю, что молодые люди, сидящие здесь, его разделят. Вы бы могли посоветовать какие-то книги или литературу, куда обратиться человеку, который хочет, ну, как бы начать, чтобы он сделал это сам? Значит, что-то для самообучения. Я отвечу таким образом. Я видел, как разные книги разными людьми оценивались совершенно по-разному. Ответа в общем я тоже не скажу. Если я знаю человека, то я ему могу посоветовать какую-то книгу, которая могла бы. Например, есть такая толстая книга «Java там, в подлиннике» или там «Java 2», там, «Java in a nutshell». Есть очень много книг. Есть на русском, есть на английском. У каждого человека есть особенности. Кто-то бежит по верхам, оставляя там на потом какие-то глубокие вещи. Кто-то, наоборот, влазит в глубину, а верхи его не касаются. Книги написаны тоже разными людьми со своими особенностями. Вот я помню, я дал одну книгу двум студентам. Один ее очень хвалил, она ему очень сильно помогла. Другой с ней просто работать не смог, и через неделю он пришел, говорит, очень сложно, очень непонятно. Я ему дал другую, которая мне казалась непонятной. Ну, она ему очень понравилась. Поэтому пробуйте, возьмите разные книги. Буквально придите в магазин, прочитайте там 2-3 страницы. Вам понятно, вам приятно читать, значит, продолжайте. Это то, что касается для начала. То есть вам нужно, ну, структура книг, она разная, и ваша структура мозгов, она тоже разная. Ответ общий будет такой. Берите буквально любую книгу и пробуйте ее читать. Не понравилось, берите другую. Если вам 5 книг не понравилось, скорее всего, причина не в том, что вы не понимаете, а в том, что вы не хотите, потому что эти вещи очень простые. А вот. Или вы боитесь чего-то. Ну, это уже другая причина. А вот то, что касается продвижения дальше, вот основа у вас уже есть, предположим, вы почитали пару там хороших книг, поделали из них задачки, тогда вы можете уже двигаться в ту сторону, где вам больше интересно. Рекомендуете основы набираться из книг или все-таки находить, скажем, наставника и у него брать эту основу? Ну, наставника, особенно для начинающих, найти не так просто, потому что, ну, должно очень много звезд сойтись у наставника, чтобы ему захотелось наставлять кого-то, потому что поимеется этого ему что-то вряд ли получится, тратить время только ради интереса. Ну вот если у наставника, найдете наставника с таким интересом, ну значит вам очень повезло. А, ну, как правило, это тяжело. Вот. Да, я слушаю. Добрый день, Павел. Меня зовут Сергей, компания Generation P, маркетолог. Ага. Я вот знаю, что вы преподавали на ЕПАМе, преподавали, да, в Багуире, да, и же с ним. Вот вы говорите, что за 3 месяца вы можете обучить, в принципе, человека, начать обучать. Основам. Основам. Хорошо, я понял. Но всегда в любом вопросе есть меркантильный вопрос. Насколько, конечно, это дорого, сколько это стоит, и сколько вот начинающему любому студенту или тому, который вообще не знаком с Java, но очень хочет, это обойдется. Спасибо. Очень интересный вопрос. Я очень дорогой тренер. Значит, ну, то, что касается студентов, у меня был опыт сотрудничества, скажем так, с одним студентом, даже не студентом, а магистрантом из Турции, которому очень хотелось изучать Java. Это были индивидуальные занятия. Вот. Ну, он нашел, чем меня мотивировать. Вот так. Ну, если вы хотите услышать расценки, я вам их сейчас не скажу. Они совершенно разные в зависимости от групп, от уровня, от всего. Вот. Но сами понимаете, что если я этим занимаюсь, значит, я не занимаюсь там чем-то другим. Значит, я именно с обучения получаю какие-то деньги. Я этим живу, да. Ну, есть момент, но есть какая-то планка, ниже которой я... частной беседе. Ну, я вам скажу таким образом. Есть много способов мотивации, деньги – это, ну, даже не первое и не главное. Всегда можно договориться. Вот. Еще у кого-то есть вопросы? Здравствуйте, я студент БНТУ. Хотелось бы узнать, как вы сами попали в эту
занялись IT-технологиями, то есть не с того, ну, не с головы же пришлось заняться Java, а как-то там, что сподвигло заняться данными технологиями? Во многом это дело случая. Я окончил гуманитарную гимназию, учил языки, но стад ума у меня математический. Вот папа меня отправил в ГУИР. Я закончил информатику, и мне это программирование, первые два года это была просто жуть. Вот человек с гуманитарным мышлением, который учил языки там, иностранные, а не языки программирования, это первые два года я пахал очень серьезно. Ну, одна из причин, что мне это действительно нравилось. Вот. Случилось так, что первой платформой серьезной, с которой я познакомился, была именно Java. То есть я люблю Java, потому что я ее знаю, не потому что я не люблю что-то еще, там другие вещи. Вот. Она мне как-то подошла, легла на сердце, я стал на ней работать и дальше развиваться. Предложили читать, я не отказался, читать понравилось. Здорово, вот так и потихоньку. Как-то оно шло без каких-то моих целей прийти к этому, но оно случилось, и я этому рад. Вот. Еще? Кто-нибудь хочет что-нибудь узнать? Ну, больше вопросов нет, я так понимаю, да? Или кто-то стесняется спросить? Женя, студент ВГУ. Паш, на твой взгляд, основываясь на твоем опыте, на своем, что ты можешь сказать? Нужны ли классические лекции в универах по программированию? То есть классические — это доска? Ты затеваешь холивар. Да, я понимаю, но твой опыт. Просто все-таки ты много. Значит, обучал. Я веду целый год Java, два семестра. На первом семестре основы я даю в формате лекций. На втором семестре, хотя, в принципе, деканат этого не слишком одобряет, только вы никому не говорите, так я не веду лекции в классическом варианте. Я даю каждому студенту или группе студентов какие-то проекты, 1, 2, 3 проекта на семестр, одному или группе, и они делают. Темы абсолютно любые, главное, чтобы хоть как-то были связаны с Java. Все, вот такой формат обучения. Это скорее какое-то менторство, чем лекции. Но в качестве основ дать, показать, что есть какие-то основы, обзоры. Здесь лекция, ну, очень неплохо себя показывает. Особенно если лектор способен ответить потом на вопрос. Вот. Вот то, что касается там принципа ООП. Если кто-то их еще не знает к четвертому курсу, то лекция — это то, как их можно показать. Вот. Ну и всегда следует понимать, что в принципе я это научить могу, но нужно еще и научиться. Вот. Те, кто делают задания, именно они главные. Ну, именно они важны, ну, на самом деле, по факту. Вот. Те учатся, что на лекциях, что с менторством, что вообще никуда не приходя, сами по книжкам или как-то еще. Вот. Но формат лекций лабораторных, которые я вижу, меня не устраивает, и не устраивает до такой степени, что я от него, ну, отказался. На самом деле я веду по-своему, преподнося это деканату так, как ему это нравится. Вот. Ну, давайте без холивара. Есть много очень разных способов обучения, не подходит. Опять же, разным людям, разным лекторам, разным группам, там, буквально разным странам. Нужно каждый раз выбирать. Вот. Еще будут вопросы? Павел, спасибо. Теперь я предлагаю сделать такую небольшую вещь, чтобы вы оценили заданные вам вопросы и назвали вопрос, который вам больше всего понравился. У нас заготовлен небольшой подарок для того человека. Значит, сейчас я подумаю. Ну, вы правильно хлопаете. Вопрос про мотивацию — это вопрос, ну, для меня очень серьезный, потому что найти, с одной стороны, достойный челлендж и тех людей, которые понимают, что он им нужен, ну, это очень неплохо. И, ну, это на самом деле для любого преподавателя, для любого профессионала вопрос обучения — это в первую очередь вопрос мотивации. Для чего это профессионалу надо? Вот. И на самом деле для многих, которые я знаю, кто это, там какие-то гуры, там, то есть есть люди, которые знают Java там во много раз лучше меня, там, платформу, но они не учат, потому что им это, ну, по какой-то причине не надо. Вот найти ту вещь,
которое им надо, вот в этом есть, ну, их промотивировать. И вот вопрос про то, насколько трудно найти наставника, это вопрос в ту же степь про мотивацию. Соответственно, что... наш приз уходит. Generation P. Еще один момент. Воспользовавшись тем, что у меня микрофон, хочу пригласить вас в 15:30 на обсуждение еще одной интересной темы. Кроме преподавания, я занимаюсь еще научными разработками. У меня есть и собственные, и я знаком с существующими. Это обработка текста. Я вас туда в 15:30 приглашаю. Спасибо.